Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре новиночка 2022 года от Касадака. Называются приманки наши силиконовые Maybug. Это у нас серия Extreme Edition. Вот такие вот супер классные насекомые у нас в упаковочке. Когда я увидел данные приманки, думаю, ну, Константин Кузьмин все-таки докопал Касадаку и заставил их сделать данных тараканов. Но, скорее всего, нет, потому что если бы это было так, естественно, на упаковке бы это обозначили, что он принимал участие как-то в этой разработке. Но, думаю, он будет рад. Это, наверное, самый большой любитель именно ловли на всяких тараканов. Ну и теперь всем доступны будут данные приманки, так как все же японские таракашки стоят каких-то невероятных денег, причем их продают в ограниченных местах, ну то есть не то, что даже дорого, а то, что даже и найти негде. И теперь легко доступны, вполне по приемлемой цене, крутые плавающие приманки от Касадака. Им идут вот в таком вот закрытом блистере, подложечка, все жучки лежат в своих нишах, придут к вам в идеальном состоянии, упаковка супер классная, за упаковку отдельный респект фирме Касадак, но и супер большой респект наконец-то за новые формы, за что-то интересное, за какое-то разнообразие в мире силиконовых приманок, хоть и приманки у нас называются майский жук, ну я не знаю, по мне это какая-то большая здоровая муха, которую захочет сожрать головой. Естественно, приманка плавающая, и поэтому классно подбрасывать такие силиконовые приманочки под деревья, оснащать какими-то небольшими джиг-головочками, причем, как по мне, оснащать лучше именно жалом вниз, и сплавлять по речкам с быстрым либо с умеренным течением, ну, немножко подергивая, пошевеливая данной приманкой, чтобы она более четко напоминала именно живой объект. Приманка невероятно детализированная. Я не знаю, передаст камера или нет, но здесь даже вот такие вот ребристые усики. То есть, ну, настолько все живо, все круто. У нас три пары лапок, на которых тоже много разных усиков, ну, блин, не знаю, как объяснить. Я думаю, что многие захотят прикупить себе данных жучков и рассмотрят их поближе. Будут очень удивлены детализации приманок. Крылья сделаны из множества таких вот тоненьких отростков. Приманка у нас идет двухцветная. Цветов может быть не такое большое количество, их в районе 8 штук, но они довольно-таки разнообразные. Есть и супер яркие зеленые, оранжевые там цвета, и такие вот более-менее натуральные всякие коричневые. У меня что-то нейтральное, вроде бы и яркое, но вроде бы и тело такое натуральное. Очень много использовано блесток, плюс они разные, в крыльях одни, в туловище приманки другие. Сама приманка, туловище очень такое плотное, но может быть крылышки будут периодически отрывать, плюс лапки, но силикон, я вам скажу, все равно по ощущениям крепкий. Ну вот усики точно оторвут, но они такие аппетитные. Просто ужас. По мне, наверное, все же данная приманка напоминает больше либо какого-то большого мотылька, либо цикаду. Кстати, крылышки у нас еще и можно вынуть. Я не знаю, может быть, если купить разные цвета, можно будет как-то микшовать все эти цвета, менять им крылья, туловище, ну, я не могу нарадоваться, если честно, на данную приманку. Плюс, они довольно-таки тяжелые. Не знаю, вес приманки не указан, но мне кажется, она граммика 2, наверное, точно весит. Такая увесистая. И, может быть, даже целесообразно использовать данные приманки даже без загрузки. С одинарничком, либо с двойничком. Подбрасываем под веточки и пробуем ловить головля. Также можно, думаю, на разнесенных оснастках попробовать данную приманку. Супер крутая новинка 2022 от Касадака. Это Maybug. Вот на эту приманку прям советую обратить внимание. Хотя бы, пусть вы не ловите головля, пускай лежит
красиво, детализировано, интересно. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.